молодец, будешь настоящий воин. Многие дети думают, что работа сотрудников МЧС заключается лишь в тушении пожаров, а о том, что среди спасателей есть еще саперы, водолазы и другие специалисты, знают лишь единицы. Чтобы восполнить этот пробел в знаниях подрастающего поколения, сотрудники специального морского отряда МЧС провели акцию «Гражданская оборона вчера и сегодня», в которой приняли участие воспитанники детского сада номер 15. Дети с искренним интересом рассматривали снаряды времен Великой Отечественной войны, найденные саперами в ходе операции по разминированию территорий. Примеряли бронежилеты, учились пользоваться металлоискателем, реанимировали пострадавшего. Однако самым зрелищным стало погружение водолаза. Сотрудник специального морского спасательного отряда в экипировке общим весом около 40 кг продемонстрировал детям особенности своей профессии. Оказывается, чтобы спустить под воду одного специалиста, необходима помощь как минимум еще двоих сотрудников МЧС. Ребята очень внимательно следили за каждым движением спасателя, общались с ним с помощью специального устройства связи и даже помогали осуществить погружение. В завершении мероприятия дети посоревновались в перетягивании каната и поделились своими впечатлениями. Алена Свистельникова, Николай Пырх, специально для Кирчнет ТВ.